Спорт в массы. Более 160 тысяч жителей республики посетили спортивные комплексы совершенно бесплатно. Очередной день здоровья и спорта в Чувашии прошел 18 ноября. Тренажерные залы, ледовые катки, бассейны. Двери республиканских и муниципальных физкультурно-спортивных учреждений были открыты для всех желающих. Особой популярностью пользовались плавательные бассейны. По подсчетам Минспорта Чувашии, 15 тысяч жителей республики предпочли водные процедуры. На втором месте по посещаемости оказались крытые ледовые катки. Около 1000 посетителей. В большинстве спортивных школ в субботу организовали открытые тренировки, мастер-классы и различные состязания и эстафеты. Напомним, что Дни здоровья и спорта проводятся регулярно каждый месяц с 2014 года, согласно указу главы республики Михаила Игнатьева. В следующий раз двери спортивных учреждений для массового бесплатного посещения откроются 16 декабря. Список спортплощадок размещен на сайте Минспорта Чувашии.